Здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы. Всем привет. За что расскажу? Расскажу вот по выходу мяса или того, что можно съесть из бройлера, домашние птицы, имеется в виду индюк, утка, гусь, курица. Значит, товарный выход. Что значит товарный выход? То, что можно скушать. Вот, показывал недавно всем, что заменили пальцы на пиросъемной машине. Поработали нею, забили около 30 петухов. Курочку домашнюю там выбрал себе на лапшичку. Тоже забили голов 5-6. Ну и прихватили заодно бройлера. Забили бройлера. Вот. Часть, как бы, люди попросили на заказ. Часть оставили себе небольшую. Ну, по товарному выходу. Значит, вот по бройлеру абсолютно точно могу сказать сейчас. Что именно точно? Значит, бройлера брал 120, сейчас точно скажу, 123 килограмма. Это живой вес был. 123 килограмма бройлера. Это общий живой вес. Значит, из этого веса, то есть вместе с головами и лапами, осталось 96 килограмм 330 грамм. Это с головами и лапами. То есть есть люди, которые едят и головы, и лапы. Значит, что получается? Получается, что товарный выход из этого бройлера, которого мы купили, составил 78,3%. 78,3%. Это очень хороший выход вообще из бройлера. Но если откинуть головы, лапы, потроха, останется процентов 70. Это тоже очень хороший выход. Это была, птичку покупал у проверенного производителя, так сказать, мною проверенного. Птица породы КОП-500. С нее самый большой выход из бройлеров. Те бройлеры, которые это вообще из бройлера, самый большой выход товарный, это только из широкогрудого. Если он узкий, не широкогрудый, там порядка где-то 60%, 62-63%, не более. Плюс еще ко всему что? Вес самой птицы. Если ваш бройлер не дорос до 3 кг, товарный выход тоже будет меньше. Кишков что в 3-килограммовом, что в 2,5-килограммовом, в 2-килограммовом практически одинаковое количество. Мяса будет меньше в любом случае. Потому вот примерно где-то всегда, когда я покупаю бройлера, я ориентируюсь на вес 3 килограмма и более. Там получается самый большой товарный выход мяса. По утке, что могу сказать по утке? У утки где-то примерно процентов 60. Это максимум. Это максимум. Там в отходы уходит огромная голова. Но я имею в виду мясо. Если считать голову и лапы, то там, конечно, по шее, по троха, там будет поболе. Там будет процентов 64-65. А так где-то процентов 60. По гусю тоже процентов 60. В свое время, когда забивали индюка и пересчитывали все это дело, самый высокий выход товарный был именно из индюшки. Не из индюка, из индюшки. Из индюшки товарный выход мяса выходил более 80%. 83-84. С индюка 78-76. С индюшки всегда выходит больше. Именно вот из самки. Ну вот, собственно говоря, вот по товарному выходу. Это вот такие примерно цифры. Вот если кто-то занимается именно забоем и продажей мяса, выращивает, вот примерно на это рассчитывает. Но это при самых хороших раскладах. При худших раскладах, естественно, выход товарный будет гораздо меньше. Можете пересчитать затраченный корм и посчитать потом свою прибыль. Ну вот, собственно говоря, у меня все. До свидания. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем привет!